Всем привет! Осень — это такая пора, когда наш человек, выкопав все на своем огороде, решает, что физических нагрузок ему мало, и отправляется в лес. Говорят, что лучше всего собирать грибы после дождика. Кстати, вчера был небольшой дождик, и мы решили собирать грибы именно здесь. Ну, как решили? Давай, давай! Короче, все. Собираем тут. В наших лесах можно найти все, что угодно, начиная от опят и маслят и заканчивая сборной виницы по спортивному ориентированию. Но нужно быть максимально осторожным и уметь различать съедобный гриб от несъедобного. Вот этот, например, несъедобный. Ты вообще как? Говорил тебе, не жри все, что попало. В винницких лесах можно найти множество видов грибов. Подберезовик, подосиновик. Но мы сегодня целенаправленно ищем только один вид. Под водочку. А под эту категорию подходит все, что мы здесь найдем. Вперед! Ну вот. За каких-то всего-навсего 9 часов мы собрали полную корзину грибов. А теперь внимание, давайте подсчитаем. Значит, на бензин у нас ушло 580 гривен, потерянный кроссовок 600 гривен, порванные штаны 300 гривен, эвакуатор 1500 гривен и таким образом больше 3000 гривен. Сейчас, секунду. Google, а почем сейчас шампиньоны в супермаркете? 28 гривен. Сколько? 28 гривен. 28 гривен! 28 гривен! Подходим, покупаем. Грибы недорого. Недорого грибы, подходим, покупаем. Кто купил грибов лукошка, тот не будет есть картошку. Подходим, грибы. Знают бомжи и депутаты, опята отлично лечат простату. Подходим, грибы, опята недорого. Красивым и смелым станет тот, кто ест сыроежки круглый год. Мужик, грибы! Зачем любить, зачем страдать? Бери грузди, садитесь жрать! На самом-то деле не важно, какое количество грибов вы собрали. Важен сам процесс, уединение с природой, чтобы немножко отдохнуть от семьи, от жены, от ребенка, от тещи. С вами был специальный корреспондент из Винницы Александр Таренчук. С грибами с берегов Южного Буга. Пока!